У правительства главная задача – рост благосостояния доходов граждан. Мы продолжим взвешенную, спокойную работу. И не верьте тем, кто ничего не понимая, обещает золотые горы. Чудес не бывает. Все дается только своим трудом, особенно в этой страшной кризисной ситуации. У нас нет дикого социального расслоения, а все остальное зависит от работы экономики. Никаких секретов нет. Будем больше производить, продавать на экспорт, востребованную продукцию, вырастет и благосостояние. Под эту цель сверстаны и наши планы, и программы, и расчеты. В будущей пятилетке средняя зарплата вырастет в 2 раза. Не в 5 и не в 10, только в 2 раза.